Всем, в этом видео я хочу показать, как самому починить стиральную машину Bosch. Поломки, в которых я выявил две, это износ подшипника барабана и сгорела тенна. Тенна машинки сгорела в середине, затем пробила в одном контакте. Начинаем разбирать машинку, снимаем груза, который прикреплен к барабану на пластик. Берем головку на 13, вставляем и откручиваем. Сейчас убираем, вот открутили груз, убираем. Сейчас снимаем пружину, потому что не удается снять этот отсек. Снимаем двигатель, чтобы вытащить нам барабан. Достали барабан, сейчас будем снимать все патрубки, которые идут к двигателю. Вот, потом амортизаторы и сам двигатель будем отцеплять, чтобы он не мешался для распила пластмассового корпуса, где находится барабан. Сейчас надо будет распилить вот этот корпус пластиковый именно прям по шву. Амортизаторы у этой машинки сразу идут с завода, прикреплены пластмассовые втулками. Ну, их отпилим, ничего страшного. Здесь есть отверстия для установки амортизаторов после ремонта. Все, мы отпилили. Получилось две половины. Сейчас будем выбивать сам барабан. Потом будем доставать подшипники. Закручиваем болт в вал. Вставляем досточку и тихонько стучим, чтобы вал вышел из подшипника. Достать барабан. Вот вытащили барабан. Машинке 10 лет. Вот что за 10 лет эксплуатации накопилось. Внешний подшипник исправен, а внутренний все, он заклинил. Съездил в тракторный магазин, купил сальник и подшипник. Сальник 30x52, подшипник 6205RS. Открыл подшипник, чтобы смазать его, заново его закрою. Внутреннюю часть, где будет подшипник, тоже смазал. Будем сейчас ставить. Вставили подшипник и сальник. Сейчас будем собирать полностью барабан и корпус. Сейчас ставим барабан на место. Корпус просиликонили, будем закрывать и закручивать саморезами. Корпус барабана закрепили, ждем полного высыхания силикона, сутки. Прежде чем ставить бак, все патрубки, двигатель, резинку дверцы, все устанавливаю на месте. Машинку собрали, одну стирку уже сделал, потеков нет. Сейчас вторую запускаю. Машинка работает безупречно. Это видео сделали для того, чтобы показать вам, как можно своими руками отремонтировать стиральную машину, не прибегая к помощи специалиста, который берут втридорого за запчасти. Наш ремонт обошелся в 900 рублей.